9к ДПС, у тебя ролл топ-5, да? Я не про волю, я в общем про шмотки. У тебя написано сейчас 9к ДПС, я поэтому и спрашиваю. Мне интересно. Слушай, чувак, ну тут вообще можно сказать половина нахуй, больше половины, да, вообще просто отсеивается. Но уже будем разроливать как есть с тем рейдом, который собрался. Не будем же 20 тел кидать, а четверо будут ролить. Согласен со мной или нет? Ну, конечно, я Если поэтому уж и такие люди спрашиваю. собрались. Просто Я ты же не опять виноват. написал про 9к, Я я вот спрашиваю. просто тут люди спросили про волю. Я и макрос этот засветил. Не успел стереть вот эти строчки. Нет, так я поэтому и спросил, типа, все, ты ответил, окей. Просто интересно. Просто рейд такой попался. Видишь, все честные, все на 9 кашли. Кидать никого не собираюсь, все разролим. Я только сейчас заметил своего героя, пар изо рта идет. Нифига себе. Это когда купил новый комп, да? Да не, я не обращал внимания, смотрю, блядь, в ледяной короне холодно оказывается, блядь. И он даже в сторону. Ништяк. Тебе кажется, насчет 9к сурка не убьем. Поверь. Да вот рейд на 8 здесь пройти боссов вообще просто, блядь, вот серьезно, легко. Вот с Я профом, не конечно, тебе беда ответил, будет. я ДС, у которой в Да я чате. понял, я просто в разговор вошел. Да сейчас пацаны активизируются, мне кажется, сейчас они только раскачались. Ну, если активизируются, то убьем. Да вот, вон, смотри, сейчас, я думаю, половина рейда десяточку точно дадут. Ну, на тот трэш. Он ухищрение сделал. Ну, трэш, конечно. Десяточка в трэше. А тут скажите, кто в курсе, мобы в обычке, они вырастают или не вырастают? Трэш уже, на этом на сурке. серве они у меня до такого не доживали. Да, я тоже ни разу не видел, чтобы доживали. Давайте типа я их рыбу очень быстро ставлю. сливают обычно, из-за того, что РЛ ставят условия на 30. Это далеко не ходил. По-моему, шкаф, в Гере шкаф. Они вырастают. По-моему, они везде вырастают, если их быстро не залить. Но они прям черные становятся, вот в обычке я что-то не замечал. Ну я понял тебя, на циркле вырастали. Или таймер. Или они не вырастают в обычке, или таймер больше. Тут Толя кричит, что усмолили. Бедолага орёт. Если бы тут срок как на циркуле был, мы бы не убили. Да не, убили бы. Трэш обычно долго бьют, а вот к чему. Что если так долго бить, то он вырасти уже должен. А когда он вырастает, он бьет очень больно. Так, палы никто не ливал. Давайте фул рыбав. Вон рыба стоит, кушаем. Ебать, фул что ли? Я сам в шоке. Давайте чекнем. Бафайте, бафайте, народ. ДК начинаешь танчить. На полную ДК. Танки в курсе, да? Сила крови, вся хуйня, что надо забирать. Ну все, хорошо, вам не объясняю. Остальные ренджа 12. Держим, пожалуйста, ребят. РДД распределитесь, милики. Встаньте, пожалуйста, в кучу, чтобы РДД встали. Каждый по местам. Трэш бейте все, смотрите, здесь замеры, что у РДД, что у миликов, по триням. Понятно, да? Я уже боюсь вам какие-то грани ставить, но если будет общая масса меньше ДПСов трэш, чем у остальных,
кто ролит, не будет тот, кто будет в топе. Перевожу на русский язык. Если среднее у всех, например, 20, а у вас 10, вы не ролите. 15 ролит. Если у всех 30, у вас 20, то вы не ролите. А 25 вы ролите. Понятно, да? Я распул, Олег, да? Блять. Ну, давай спул отдадим. Я надеюсь на вас, что выше среднего рейд. Всем привет, парни. Здрасте. Сейчас еще раз чекну, ребят. Погодите, там кто-то АФКшил, откланивал. Елим у нас АФКшит. Да, я тут. Все тут вижу. Давайте запускаю. Ринджу 12 РДД, пожалуйста, еще раз прошу. Да, Герус пула дадим, давайте так. Ну, после того, как они сагрят, дайте 20 секунд, агро наберут и давайте. Кто-то определенной личности агро сорвут. Агро, ну, дадите набрать хотя бы секунд 20. Да не, бейте сразу, да. Там на пул дайте и все. Ну смотри, тут есть кому рвать. Угу, смотрим сейчас. Пацаны, все 9+. Да не, я... Индивидуально-то есть люди, которые тут... Маг при желании тут до 30-ки, до 35-ти хуячит. Так что вообще можно прям в лед сорвать. При бурсте. Это последний, что он сорвет, да? Припоты можно попить. Сразу лапку совой вешай. Давай, Бэл. Трэш, 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 ребят. Он один гуляет по рейду. В принципе, 10 человек по 10к. Это под Геры. А сейчас посмотрим, к чему упадут. Влились трэш. Элем, смотри, у тебя молния не сильно по трэшу. Набавляет тебе процент. Окей. Окей. Как Элем говорю. У меня мейн просто есть. Только точечная молния тебе добавит ДПС по ней. Трэш. ДК, притяните, пожалуйста. Танки старайтесь их таунтить. Особенно свободный танк. Призыв 5 секунд. Холик, если маны надо, не стесняйся, говори. Ну и других его касается.
Трэш. Соло бьют, раз отвечаю, вот этот один. Кильди сильнее сейчас там. Трэш, сейчас готовьтесь. Никто не подбегает, пожалуйста, к этому сундуку. Идите лучше порт откройте. О, маг, осколок, наконец-то, блядь. Я тебе его сам дал. В Награнде, рядом с матерью и предками. Маг, собираешь посох, да? Ну, конечно, что он еще за осколки может собирать? А посох этот может линкануть кто-то? Помните о чести, герои. Чтоб слюна потекла. Не была битва, никогда не отрекайтесь. Да не, название посмотреть. Ну, конечно, ДПС хотя бы. Это типа грань тьмы, да? Это типа шема, только это нарисованная хуйня. Так это ты что-то другое линканул. Тот оранжевый. Ну это типа тот... грань тьмы, а тот типа шема. То есть называется так же, только оранжевым буквами вечный холод, да? Да. Линканит АПС, ребят. А прок там какой? СПД стаки. И тоже потом взрыв, да, и стаки. Типа как шрем, только вместо этой самой... А, 10. Давай, бежим сюда, ребят. Чё, где кто пропал? Ну, соберёшь, что скажешь. Давай, танк жирного можно уже. Аккуратно Вальку только не согрейте, пожалуйста. Волков, петов своих, смотрите, а если они, блядь, согрят Вальку. Роб лук поставь. Там, надеюсь, ничего не выпало. Зеленая какая-то херня. И хуй на ней. Так, ребята, давайте соберитесь по ДПСу, да. Надо хотя бы 8-то закрыть. Старик, а ты вот в этой гильдии Sapiens, ты ГМ или ты это самое, или там другой ГМ? Да я лохан, ёпти. А Старгейзер это другой челик или это ты? Не-не, Старгейзер другой челик, это как раз его ги.
Да тут ги такая, чисто знакомые одни сидели, у них потом что-то начали народ собирать. Собрали народ, но не до конца. И такие уже старенькие уже заебались здесь сидеть, уже ушли вон в другие гили. Где ХМ-25 тут? А у меня 9 часов разница с этой, блядь, с Москвой. Смысла нет мне куда уходить. Вот, хожу с пугами. Хочу пробнуть 25 хм пугов набрать, но хуй знает, что получится. Хотя бы 4 босса. Есть же такие же, как и я. Ущербы по времени. Да там проще. Там леди осилить. Да конечно, там ничего особого нет, тем более, если все рассказывают, говорят. 260 плюс, мне кажется, точно, блядь, слышат, что им микрофон говорит. Хотя я видал Ханта 270-го, который, блядь, в бастионах заблудился. Не, ну на донят и заходят потом, тупят. Это давайте, погодите, не агрите, не прелесть, никакую хуйню, мелких мулов сначала. Пусть они пройдут. Блять, еще одного орать, да, мэнде? Вот че народ уфается, хуй знает, КД просто так вешается. Три справа, танк, иди сюда. Хотя тяни, тяни, это мелкий, где-то мелкого. Да понятно, что было опять КДПС, просто уфается, блядь. Сейчас. Анон, что вы пока оттяните эту мелочь все. О, прелесть идет. Он еще хуй путал и бежит ловить его. В рейд и мелкого тоже. Заебашьте мелкого сначала. Давай, БЛ. Откатится, ничего страшного нет. Мишка, резай старика, тихо. Тихо, тихо. Гунгер, читай на ХП гим. Читай на ХП. Все, хилите. И на ману читай. Снимите зомби с хила, ебаный в рот. Люди не в курсе, что надо их бить. Так, погоди, не агри никого. Давайте рыбафнемся, я рыбу здесь поставлю. Слева вам. Идите, кушайте. И фул рыбаф сделаем. О, я ленточку выиграл. Заебись. Вообще просто курс сорвал. Давайте, бафайте, ребят, бафайте, бафайте. Ну все, давай, можешь тянуть. Ну это самая опасная псина, так что. Друиды, коты, смотрите, когда он прокастит, этот, слейте свое, пожалуйста, спокойствие. Они все в одной группе. Да похуй, хоть одна группа. А мы, в принципе, отхили.
Давайте с обоих сторон сразу зачистим. Заодно Гера это откатится. Сбегайте одно тело, он притащите кто-нибудь, ну сюда. Ловите его сзади. Сюрприз. Вон еще отстоит жучара. Так ДБМ все сохраняет, что определяться-то, воля не выпал, одни РДД остались. Или ты по луту имеешь в виду? По луту я все сказал. 9к плюс. Ты видел, тут вообще просто рейд весь. Какой? Тут нет вообще, тут если запрещать 9к плюс, тут пиздец, 4 тела будет ролить. Ну блин, ты Саш так же набирал, пусть так и будет. Дизенчант никто не отменил. Ладно, время подойдет. Полистаем этот ДБМ. Ну хотя по сарфу давай, хуй с ним. Сейчас по анонсу еще чуть-чуть, погодите, ребят. О, сейчас сова зайдет. Честно, вот сейчас я погоди с арфа врублю, посмотрю. Ну тут видишь, 9к, я уже под конец-то 8к мы поменяли, писали. И тут вот даже по полному, если смотреть, 10-11 тел входит. Там ретрик какой-то на третьем месте был, я помню, у него 60 тысяч в трэш. Да вот, я полный смотрю. Тут, ну, 12 человек вот, в принципе. Это до 8, если. Бля, ну где сова, ты чуть не отписывать нихуя. Ладно, я пока метки расставлю. Хуй сейчас релок сделаю. Перекурить есть 2 минутки, пока ты там разбираешь? Да, 2 минуты. Две есть. Окей, больше хорошо. Нету. Окей. Так, меточки пока.
Да нет перекура. Одно тело он добрал почти. И Гера уже прошла сейчас. Ставьте шкаф. Он ШП хоть развеет ДПС. Все, приз сейчас умонится и чек на ФК сделаю. Это пиздец какой-то. Все, сейчас захожу и рассказываю, погнали. Уже гружусь. Так, кого там помощник был, сделает чек, и у меня пропала эта хуйня вся в пизду. Ставлю рыбу. Кушаем. Фул рыба вдаем. Смотрим, в крест сбегаются. Первая метка. В череп вторая метка. Встаньте в череп еще один хил, пожалуйста, чтобы не бегать вам. Остальные хилы РДД вокруг этих меток ренжа 10, понятно, да? Чтобы друг друга не заблевать. Третья метка это в мили-зоне, вон где синий цвет. Прям под яйцами у него, где они должны быть. Туда метку несем. Не тупите, пожалуйста, с этими метками. Несем сразу эти метки. Не будем никакую игнорить. Там по ходу движения уже посмотрим. РДД уже можете позиции свои занять. Кто куда будет подбегать и бежать. Пускай паладин встанет в крест, чтобы не бегать. Мне без разницы кто, пусть встает. Там это самое, пускай Мишка начинает, он пожирнее будет. Ну пулы на Мишку. Вам стаки надо будет скидывать? Боб, надо будет кидать? Нет. Мы просто ну меняться будем. Там все готовы были? Этот ДК. Ну все, по отчету. Появилась метка. Появилась метка, сбежались. Ренджу в 10 держим. Блять, кулака нет. Херу даем, нет? Да, конечно. Метки в мили-зоне разбежались. Одна на танке, еще один убеги сюда. Все нормально, стоим. Милики, поближе подойдите к танку, чтобы дебаф получить. Разбежались, ренджу набрали. Метки готовимся. Разбежались опять мили. Назад. Все, разбежались в ренжу.
Ретрики умеете грань жертвенности кидать на танк? Плюс рейд. Один только, да? Готовимся к меткам. Сильно хильте мишку. После едкой заберу. Готовимся, споры, споры скоро. Метки разбежались. Череп сюда к нам, быстрее, быстрее на дальнюю. Споры 5 секунд, готовимся. Смели зоны, смотрите, разбегитесь. Череп, куда побежал? Иди сюда, блядь. Череп. Пал, ты что сделал? Я вообще нихуя не понял. Дай, Женёк. Дай каплю по ДК. Женёк, ты укуренный там, что ли? Вань, жертвенность твою отвалил, дай. БР быстрее танка. Споры, споры, споры. Еще есть БР? Да это не вайп. Хильте лучше. Ну все, до конца стоим, больше не сбегаемся. Смысла нет. Берсерк 30. Дайте инди, походу, па. Комедиан. Гимноману. У кого? Да уже смысла нет, уже берсер. Бер. Мертвец! 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 Может, пала поменять сразу? Какого пала? Ну, который метку вынес. Не видел? А, да, видел, Женёк просто. Я думал, он обкуренный, нахуй, если честно. Типа 6 КДПС, тактик нет. Зачем он нужен тут? Ему прям орёшь, блядь, он что-то вообще просто. Я должен, наверное, зайти, нахуй. Нет, не убили, заходи. А когда ты каплю слил, Вайт Варьер?
На кого? Лол. Ну сливайте как хотите. Вам видать виднее. Да там ему не надо было давать, он захиливается и так эта книжка. Давайте, давайте, добегаем, встаем. Собрались, нормально, сейчас убьем. Я тебе скажу, когда мне дают. Главное, меткам отдайте, пожалуйста. Блять, Женек, ты слышишь меня? Ты в Дискорде вообще, нет? Да. Ты меня по Дискорду отрубило, блядь. Ты что сделал? Ты вообще не понял. Другую метку-то понял. Что еще раз? Ты куда метку-то унес-то? Я вообще не понял твои действия. Что случилось-то? Вот они стоят, метки. Споры туда уносят. А не куда ты убежал, блядь, куда-то в стену его вынес. Я понял, извиняюсь. Появилась над башкой спора у тебя. Вот она, первая метка, крест. Если тут уже спора стоит, ты бежишь в череп, блядь. Если в черепе уже стоит, значит, ты возвращаешься в мили-зону. А еще еще башкой повертел и там остался, блядь, если везде есть. Где нет, туда бежишь. Все, понял. Давайте, фу. А кто там еще бежит? Все, давайте, фул баф. Хилы пусть в метках станет. Вон, вижу, все. РДД, распределитесь. Давай, чекай, там у меня пропала эта хуйня, блядь. Сейчас этого траем и с первого босса разрулим. Че, за 2 часа прошло? Или 3? Там 30 минут осталось. Че там, все готовы? Танк Мишка отошел. Все тут. Ну все, давайте по местам, по отчету. Готовимся, споры. Разбежали споры. Готовимся, споры. Квадрат, уйди в левую. Лог, да ну куда ты, блядь?
Не уроните мишку. Сосает Диси. Споры, готовимся. Клайн жертвенности по мишке, да. Споры разошлись. Одну сюда, вдаль унесите. Не уроните. Мили. Одну цель хилить надо, ребята. Мишка, можешь в кота прыгнуть и бить босса. Сзади. Далее Инна, споры. Споры. Совы, залейте холи палу Иннера. Вот, Мишка, можно. Готовимся, споры. White Warrior, давай капка. Милизону одну. Женек тоже давай каплю на ДК. Дань жертвенности. Спору. Мишку теперь хильт. Одна в мели вернулась. Больше не надо сбегаться. Давайте кровь сразу разролим. Кто один выиграет, тот второй раз будет. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его... Вот наконец-то это кольцо появилось. Ни разу не видел. У меня чисто вопрос. Комендиант не хил разве? Я писал, что я надо ролю. Осколок есть там, Макс, смотри. Минус. Ну не прет. Сколько осталось? 27 минут. Нормально еще успеваем эту гниль. Тухло, блядь. Так, никто не падал же у нас. Давайте сейчас добегу. Рассказываю. Так, Мишка. Давай на боссе посидишь, ДК на слизнях. ДК, когда четвертый слизня потянешь, скажешь мне. Брызги, угу. Хорошо? Я скажу, когда все. Разбегаться лучше. Все, спасибо. Смотрите, ребят, все становятся под босса. У него есть тоже фрейм. Даже РДД, если в этом фрейме будут, им не надо перебегать. Из жопы, блядь, вперед, из переда вперед, наоборот, из переда взад. Если вы во фрейме стоите, у вас ничего не будет, все нормально будет. Если вы не можете во фрейме стоять, то когда босс блюет в вашу сторону, перебегайте. Никакого диспела, абсолютно. Еще раз повторяю, никакого диспела здесь. Понятно, да? Все, чек сделай, пожалуйста. Все встали во фрейм босса.
Ничего сложного. Геру дадите, как откатится. Самое главное, никакого диспела. Будут быстро появляться слизни. Понятно, да, всем? Старайся, Мишка, танчить на этом месте, вот где он стоит. Не двигая его, пожалуйста. Хилы во фрейм встали вообще под яйца под его и могут просто не бегать никуда. Че, все на месте? Ты чек делал? Я вижу, там кто-то стоит, еще не слышит. Алло, гараж, давай, сбегаем, не стесняемся сюда. Геру дам, когда от КДС-то, да? Да. Не надо ее экономить. Сосай, ты где? Здесь у меня интернет отлетел, сейчас я не знаю. Давай, тебя ждем. Ну Женек, что вы делаете, блядь? Женек, ты заебал меня, нахуй. Ну, все, бить придется, так? Бейте, бей. Пиздец, Женек, ну тебе, короче, заебись, наролишься ты за свои косячки, блядь. Чтобы уроком было. Самое главное, никакого диспела, ребят. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Когда будут брызги? Извиняюсь. Просто с места своего сбегаете и отбегаете. Не надо вставать на чужое место. Просто по малому кругу разбегаемся по концу, и все нормально будет. Ни в кого ничего не попадет. Нет, с рейда только большого забирай. Я скажу, когда взрыв. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Пока стоите на месте. Побежали. Геру по моей побежали команде. Побежали с центра, все вышли. Все разбежались. Сейчас упадет. Все, теперь возвращайтесь. Все в центр. Так, я пал АБРну. Ой, прям заблевал нахуй нас. Давай, ставь в центр. Нормально, версии нет. Смотрим. Меня, БР, пожалуйста... Кто может? Код какой-нибудь, старика. Второй код, пожалуйста, БРни. У нас пала какого-нибудь. И я одного. Сейчас все встанут и дадим Геру. Вот вы в круге стоите, на 10 километров не надо отбегать. Отбежали на 15 метров, у вас не... Все, тихо. Масс-бафы дали, Геру дали. Масс-бафы. Ребят, можно попросить не улетать босса, чтобы я зашел? Давай, не, пожалуйста, никто не улетайте босса. Но я сомневаюсь, что тебя кто-то услышит. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Убили босса, нет? Я тебе скажу, когда будет там... 1500-200. Приготовьтесь. Я скажу, когда выбежите. Почему так быстро, эти, не понимаю, брызги, туди стоили? Разбежались. Выбегайте. Только в луже не стоит. Все, возвращайтесь в центр.
А чё не хилили хантат, не понял? Чё не так сделал? Я не достал до хан. А. В разные стороны вы разбежались, видимо. Никакого диспела, еще раз говорю, не может так быстро брызги накопить. ДК маленьких тянет, дурак. Я ж еще раз говорю, ДК не тяни, пожалуйста, маленьких. Большого только вытягиваешь с рейда. А большие вам в рейде зачем? Маленькие пусть в рейде сидят. Вытягиваешь только большого, еще раз повторяю. Все, он большой есть, вытянул. 300к, заходи, готовься, Винс, не лутайте его. Да, я хуй тут попроси. Конечно, тут моментально лутанули, нахуй. Не ФКшьте, сейчас разролим парочку вещей. Блять, кому я отдал их? Ребят, ресните или мне встать и прибежать? Че, дружище, опять осколка нет? Спасибо. Сейчас. Это сделай, пожалуйста, чек на АФК. Пошлите на совет сейчас. Мне, чтобы лут разролить. Скажешь, все не все. Ну, Сосай, понятно, он и не был вроде с нами. На этих, на первых трех. А так все. Ну все, подбегаем сейчас. Не агрите, пожалуйста, к лестнице. Просто подбегите, разролим сейчас. Идем на совет. Я не вижу смысла, кроме Женька, наказывать кого-то по лоту, потому что слабый рейд наполовину. Так что пусть ролят все. Это, блядь, на ребенок случайно нажал. На волевое решение. Извини, друг, за косяки отвечать надо, не первый. Я не говорю, что ты ролить вообще не будешь. Я тебе говорю, что где-то я тебя накажу. Такую эпоху ролим. Танки могут ролить. Хорошая, кстати. Для ДК. Он ДК танка выролил. ДК, обмен мне. А, ну да, то. Рольте боешку. Рога, подойди, обмен мне кинь. Такие перчатки надо кому-нибудь на офспек рольте. Мне не нужны. На офспек тоже никому не надо. Давайте еще раз линкану. На дис рольте. Так, дальше 43 минуты. Нормально будет. Тафик мне обмен. И погнали трэш долбить. Поаккуратнее всех не надо агрить, пожалуйста. И контрольте эти палы трэш, пожалуйста. Это ребро и леди были, да? Это просто ребро было.